Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала, с вами Михаил Сманзарев. Вот сегодня я решил показать, что мы готовим из окуня. Ну вот, например, супчик из икры и молоки. Без всякой рыбы, очень полезный, вот, особенно после новогодних праздников. Но сегодня мы все-таки будем говорить не о супчике, а будем говорить о котлетах из окуня. Давайте потихонечку вам расскажу, как мы это делаем. Давайте посмотрим, как снимается филе с окуня. Сначала плавники у него отрезаются, и потом просто вот вдоль позвоночника вот снимается филе. После этого шкура у него очень твердая. Вдоль нее можно спокойненько, вот филе готово. А шкуру можно, если окунь хорошо помыть, использовать потом для того, чтобы сделать навар, например, для заливного. Котлеты из окуня сало не добавляется, потому что окунь очень жирный. Когда добавляется морковка, лук, чеснок и яйцо. Но раньше еще добавляли мы картошку, сейчас не добавляем, потому что она обгорает в масле, карцерогены там образовываются лишние. Сейчас будет цветочек, все, теперь ждем, пока прожарится, и перевернем. И в период между лепкой котлет о, какие красавицы! После этого котлетки вынимаются в кастрюльку и там немножко тушится, чтобы они были мягкие, кого это интересует. Но это делать не обязательно. Теперь надо провести тест на точность котлеты, насколько она получилась точная. Видите, она такая прямо-таки очень даже сочная. На этом все. С вами был Михаил Сманзарев. Кому что не ясно, задавайте вопросы. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. До свидания.